Всем привет, дорогие зрители! Продолжаем проходить Battlefront 2 Star Wars. Дальше у нас Салласт. Хватай и беги. Некогда оккупированное империей вассальное государство Салласт был домом для революционеров и алдераанцев, скрывающихся от имперских чисток. После освобождения Салласт начал помогать новой республике. Так, Заленда Калрисиан. Сейчас будем играть, друзья. Заленда. Посмотрим, какие у него способности. Так, проникнуть на объект. Нажмите F1, чтобы ознакомиться с способностями. У нас тут дымовая завеса, самонаводящийся выстрел на букву Е и какое-то устройство помех, которое еще и взрывается, если мы захотим. Такие вот дела. Ну ладно, погнали. Так, а задание можно где-нибудь прочитать? А то я последний раз играл, не помню когда, неделю назад. Давайте перезапустим задание, потому что я хочу узнать, что к чему. Ребят. А, оно просто так перезапустит. Без объяснений, наверное. Ладно, я на паузу. А, не, нормально. Смотрим. We have intel on an abandoned Imperial factory on Sullust. Admiral Versio plans to recover a weapons cache from inside. We're gonna steal it first. I've called in some help to guarantee we do. Triv, you'll be on the ground with General Calrissian. Secure those weapons and call us for escort. No matter what, they can't fall into my father's hands. За оружием идем, понятно. За оружием. Все ясненько. You have a bad feeling about this. I'd be worried if you didn't. Admiral Versio's people aren't supposed to be here now. We should call Aiden for extraction. Relax. It's one strike team. We'll be fine. And if it's not? Turbo lasers. This place is pretty well defended for a deserted weapons cache. I only brought you for the company, but look at that. Tactical analysis. Give me a break. I know my way around Sullust. After all, I did help liberate the place. That would explain why the Empire is still here. Okay. That was a good one. Да, не перестаю удивляться, как они красиво прорисовывают планеты. Надеюсь, ты будешь лучшим помощником, чем мой основной, который постоянно со мной ходит. Как его там зовут-то? Даже имя его не помню. Так, ну-ка, как там переключить вид? А, все, понял. Вот так, ну пока пусть будут. Давайте осмотримся здесь немножко. Планета вулканов, что ли, походу? Проникнуть. Что это за устройство такое? А, эта хрень скалы мурыжит, я так понимаю. На кусочки. Или... А, не, это так. Металлолом возит. Походу, хрен его знает. Нажмите Q, чтобы бросить дымовую гранату. Нажмите, чтобы воспользоваться оптическим прицелом на бластере Лэнда. Ага. Stay quiet. Не шуми. Так. Stay quiet. Нам бы проникнуть. These weapons are vital to our plans in the western reaches. Those not in the assembly line will patrol the area. It is imperative our presence remain undetected. Now get back to work. За работу. If you're gonna shoot them, let's just get this over with.
Не, ну почему shoot them? Твою мать, а чё это как-то слабовато стреляет пистолетик? Попробуем. Всех перебили? Или не всех? Хедшот. Изи. Стой на одном месте. Слушай, я все еще генерал, понял, слышишь? Да блин, что тебе все в инсайт, а вдруг здесь какие плюшки валяются? Ящички какие-нибудь можно открыть, не знаю. Они вечно их запихнут куда... куда попало. Надо будет за Лэндо поиграть в мультиплеере, кстати. Идем, не волнуйся. Идем мы в твой нутрь. Че у нас тут? А, это просто выход второй, ясно. Так, никого не вижу, никого не слышу. Так, G. Ага, ясно, двери сломаны. Мы не можем проникнуть внутрь. Окей. И как ее запустить? Это вот эта вот сборочная линия. Ага. Here, climb into this cockpit. Hey, can you move? Your cape is in my way. No. You have no sense of personal space. But I have a great sense of style. Are you seeing this? This facility isn't abandoned. They're in full production. Okay, so we'll steal the weapons and shut down the factory. Этот завод не заброшен. Здесь идет производство. Значит, мы украдем оружие и свалим. Nothing ever goes according to plan when you're around. Ничто не идет по плану. Ага, нам туда. Только пробиться через трупперов. Почему опять субтитров нету? Эй-Ти собирают. Так, мы внутри. Let's get to that central terminal and shut off the power. А в какую сторону выходить лучше? Зачистить область. Так. Ясненько. Шагоходы тут, понимаешь ли, лепят. Главное, чтобы в них не было пилотов. А то нас сразу развалят. Так, вижу. О, это же читерство. Лэндо у нас читер немножко. Так, стоять! Кто там? Я тебя понял. Как там бить? Так, это на F. А как... Я забыл, как пистолетом-то ударить. Ага, понял, это у нас... Не будем пока ни в кого стрелять. Пусть откатится. На Q, что ли? Нет. Блин, как...
забыл опять, ребят, сорян. Так, я вспомнил, чтобы вблизи драться, это нужно на среднюю кнопку мыши. Твою налево, а? Лежать, ублюдки. Черт, восстанавливай здоровье. Спасибо, брат. Хоть кого-то убил. Черт, застрял тут. Походу. Но мы тут с ними быренько разберемся, надеюсь. Где там кто по тебе стреляет? Weapons free, motherfuckers. Ты какого хрена сюда приперся? Все, пошли, короче, давить. Ай-яй-яй, лови. А чё никого не задело, а? Зря только потратил. Так. Где вы? Ну, покажись. Изи. А вот и офицер. Отлично, никого нету. Так, прикрыть производство. Сейчас прикроем. Все хочу по стелсу пройтись, но никак не получается. Пока искал кнопку, выпустил... выпустил гранату, она взорвалась и меня спалили. Нормально. Ну давайте прикроем производство. Конечно, я знаю, что я делаю. Затопит лавой сейчас. Опять субтитры не работают. Это место окружено лавой, и у Лэнда есть какая-то идея, как эту лаву использовать. Погнали. Черт, как я его не убил. Прям вообще шикарно. Слышишь? Так, ребят, вы зачем... Зачем так нападаете? Умри. We have visual, говорит. Лежать, ублюдки. Изи, Лэнда вообще читер. Хочу за него играть. В дымовухах меня вообще не видят. Так, ты откуда стреляешь там? Бегом, 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 Лэнда. Ага, понял. Чё ты там мельтешишь? Где эти утырки? Где вы? Не понимаю. Где мой напарник вообще? Ладно, пофиг, бежим без него. Пусть он там стреляется. Куда ты драпаешь, а? Слышишь? За мной! Где
Где наш гребаный напарник? Нельзя бросать своих. Так, где дурачок наш? Ладно, хрен на него. Небольшой баг, походу, споймали. Опять. Застревают, бывают, эти компаньоны. Ну, выделяй. А, все, пропукал момент. Я тебя сейчас постреляю. Что ты там? Ладно, хрен с тобой. Нормально. Да хватит. Что с тобой? Ай-яй-яй. Блин, Лэнда читак. Но мне нравится. So, about your plan. I'm working on it. Well, whatever it is, it would be great if it didn't get us killed. Now then, let's see what this does. Так, и что мы будем делать? Чего Лэнда хочет сделать? Повредить систему насосов. Окей. Давай. Изи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда бежать? Придумать, как выбраться? Я уже придумал. Так, в какую сторону? Да, оружие мы не заберем. Оружие мы не заберем, ай-яй-яй. Бежим! Куда бежать-то? О, вижу. Умри. Умри, блин. Так, нам наверх, что ли, или куда? Куда? Наверх, наверное. А, все, понял. Черт, я не туда побежал. Бегом, 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 бегом. Надеюсь, лава меня не затопит. Отвали. Вдруг лаги начались. Что за хрень? Кто? Отвалить от меня. Блин, я не помню, кто по мне стрелял только что. А, это ты. Вот ублюдок. Кто еще? Не вижу. Ага, вижу. Получай в лицо. А! Я не заметил, как мост рухнул, или чё, блин? Его там что ли не было?
Блин, главное не с самого начала начинать. О, нормально. Какого хрена я стреляю не пойми куда? Лежать, ублюдки. Так. Обеспечить путь отхода. Шагоход какой-то, он что-то говорил. Ну-ка. О. Какой, какая батон? Какая кнопочка? Вот это? Давай. Быстрее, Лэнда тут затапливает все. Просто расстрелять все. Ну, правильно. Это всегда работает. Ага, понял. Я думал, мы на нем поедем. Да твою налево, господи боже. Я думал, туда забежать уже можно. Края не видно. Опять я помираю на пустом месте. Изи. Наш компаньон не залагал, он куда-то своими делами пошел заниматься, а я и не заметил. Встретиться со Шрывом. Так, все, завод. Ой-ой-ой-ой-ой. Завод подорван. О, Шрыв, братишка, спасибо. Он достал нам шагоход. This is gonna be fun. Head towards that shovel. Get us to higher ground. What can I do? Так, F1, стоп. Сканер движения. Сканирует окружение, помечая и подсвечивая для союзников всех врагов, засевших за укрытиями. Бронебойная ракета. Выпускает умную бронебойную ракету, которая сама меняет траекторию полета для поражения ближайшей техники. Гранатомет. Быстро выпускает очередь из нескольких ударных гранат. Круто. Мы на шагоходе еще покатаемся. Класс. Куда ехать-то? Кто скажет? Угнать имперский шаттл. Нет, не слышит. Минус раз. Минус два. О, вылазьте, уроды. Так, кого еще подсадить на мой железный кукан? Кому ракету в сраку запихать, а? Блин, подлагивать начало. 15 FPS, что за фигня? Изи. Так, мне кажется, или там кто-то есть. Минус какаха. Так, мы так медленно едем, наверное, потому что у меня FPS низкий. Какой-то бред непонятный. Вроде и не лагает, и вроде FPS всего 12. Ой-ой-ой, куда я стреляю?
Ой, перегрев. Охренеть, что там? Что там бомбануло так? Сумасшедшая армия империи, ёпарсты. Вы только посмотрите, как они... Просто... Бегут... Под прицел. Кто? Что? Я не понял. Ой-ой-ой, надо валить срочно. Шагай давай быстрее. А, не угнали. Шагоход. Спасай нас, Иден. Не, Лэнда здесь не умрет. Давайте, кто-нибудь на помощь, а? Иден своих не бросает. Это хорошо. Destroying that factory had a bigger impact than we thought. Admiral Akbar is calling all Republic ships to Jakku. The whole Imperial fleet is there, minus the equipment they would have received from Sullust. I expect my father will be there too. But catching him is no longer our priority. This battle could be the end of the war. Let's get in, and we do what we can to help. Битва при Джаку. Класс. Карабас. I'm picking up distress calls. Too many to count. Del, the Corvus is yours. Cover the sky. Shriv and I will help on the ground. Hold on a moment. Iden. Make sure you come back. А паренек-то влюбился. Hey, Shriv, I hope you survive this incredibly dangerous mission. Thank you, Del. Your friendship means everything to me. Дел его зовут, я вспомнил, когда увидел его имя. Так, ребята, ну, сейчас мы завершим серию на этом самом месте. И продолжим уже в следующей. Мне нужно игру перезапустить. Надо записать еще, наверное, одну серию. Как думаете? Чтобы было что выложить. Что-то подлагивает немного, FPS падает. Видимо, комп надо ребутнуть. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся в следующих сериях. Всем пока!